Уже до конца года будет полностью согласован документ о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом шла речь во время встречи в Иерусалиме украинского премьера и израильского министра обороны. Напомню, Владимир Гройсман второй день находится в Израиле с официальным визитом. Если говорить об экономике, имеем очень, мне кажется, очень хорошие основы для увеличения, в том числе и оборота между нашими странами. Но наша задача выйти на конец года на подписание соглашения о свободной торговле. Это открывает совсем новые возможности. Наш визит будет способствовать, прежде всего, поднятию вот этой планки нашей экономики, с которой достаточно долгое время пробуксовывали.